О, первый день в школе. Как это волнительно. Энни, у тебя все получится. Только бы не опоздать. А вот и мой автобус. Вперед. Здесь свободно? А, ни одного свободного места. Мими, действуй. Настоящая змея, помогите. Так-то лучше. Держись от меня подальше, неудачница. Привет, школа. И первый урок – математика. А вот и я. Скучали? Стоп, а где мой шкафчик? Ага, прямо здесь. Поищи себе другое место, неудачница. Я стану королевой этой школы. Сколько будет дважды два? Конечно, 4. Энни, ты получаешь 5. Увидимся завтра, дети. Мои вещи! Кто это натворил? Но я все исправлю. А сейчас самое время перекусить. Что сегодня на обед? Итальянская паста! Обожаю! Я тебя ждала, Энни. Ауч! Меган, зачем ты так? Анибудь плакса, Энни. Найдется для меня местечко. Вкуснее не бывает, но здесь меня никто не любит. Мама, в школе есть одна девочка, она издевается надо мной. Дорогая, мы справимся с этим. Миссис Смит, ваша дочь плохо себя ведет. Вы должны что-нибудь сделать. Я решу эту проблему. Меган, что ты себе позволяешь? Нельзя обижать одноклассников. Я тебе отомщу, Энни. Еще один прекрасный день. А, опять ты, неудачница. Это мой шкафчик. Никогда со мной не связывайся. А вот и ты. Попрощайся со своими вещами. Что ты наделала, Меган? О, учебники уже не спасти. Мы с Меган никогда не подружимся. Дети, у нас сегодня тест. Тест? А может, не надо? Я ничего не учила. Готово, проще не бывает. У меня только один выход. Теперь это мой тест. Я гений, правда? Поздравляю с двойкой, Энни. Вы опоздали на урок, юная леди. За дело, Меган. Это непросто. Еще немного. У меня получится. Меган, тебе нужно больше тренироваться. Итак, продолжим. Дети, где ваши тесты? Меган, это потрясающе. Ты справилась. 5+. Энни, а ты меня разочаровала. Это твоя первая двойка. Ну, я так старалась. Мама, ты не представляешь, что произошло. Я получила 2. Уверена, это все проделки Меган. Энни, прекрасно выглядишь. А вот и твой любимый горячий шоколад. Майкл, ты лучший. Мы созданы друг для друга. Энни, ты моя судьба. Любимая, вместе навсегда. И ничто не разлучит нас. Энни, я рядом. Скоро у нас будет малыш. Кайли, добро пожаловать в семью. О, она прелесть.
самая красивая девочка на свете. А вот и ваш за... Ой! Ужасный сервис! Это уже слишком, Меган. Ты уволена. О, опять. Сэр, не найдется для меня работы. Нам нужна уборщица. Приступайте, мисс. Не о такой работе я мечтала. Какой беспорядок! Мисс, это никуда не годится. Вам здесь не место. Мне придется искать другую работу. Кто-то ищет домработницу. Это мой шанс. Вам очень повезло. Я лучшая домработница. Меган? Энни? Давай забудем прежние обиды, Меган. Я принимаю тебя на работу. А это моя дочь Кайли. Приятно познакомиться. Можешь приступать к работе, Меган. Я с этим справлюсь. Я мастер чистоты. А теперь займемся кухней. Проще не бывает. Я покажу, кто главный в этом доме. Больше. Еще больше пены. Ауч! О, это будет непросто. Осталось убраться только в гостиной. О, какая же я голодная. Но в холодильнике пусто. Как хорошо, что у нас теперь есть домработница. Меган, для тебя есть задание. Пожалуйста, купи эти продукты. Положись на меня, Энни. Игра только начинается, Меган. Устроим вкусный шопинг. Мне нужно это и это. И не забываем про рыбу. Готово? Я справилась. Задание выполнено, Энни. В холодильнике теперь полно еды. Я так не думаю, Меган. На очереди супер-пранк. У нас снова пустой холодильник. Энни, теперь мы можем приготовить ужин. Отличные новости. Та-дам! О нет, где все продукты? Меган, это опять твои шутки? Я думала, ты повзрослела. Что же здесь произошло? Я не хочу терять эту работу. Ха-ха-ха, новый день, новое веселье. Кайли, мне нужно тут убраться. Тогда мне здесь делать нечего. А что если... Тебе это понравится, Меган. Скоро здесь будет идеальная чистота. Помогите. Ой-ой, что я наделала? Мама! Она сломала мой скейт. Но это не я. Меган, как ты могла? Энни, я ни в чем не виновата. Есть серьезный разговор. Я королева пранков. Меган, это последнее предупреждение. Энни, дай мне еще один шанс. Еще один шанс, говоришь? Сейчас я устрою настоящее шоу. Это будет весело. О, помогите, мне плохо. Кайли, что случилось? Врача сюда, немедленно. Помощь уже близко, мисс. Что случилось? Малышке Кайли плохо. Здесь не обойтись без лекарства. Что
испугались? Вы совсем не понимаете шуток. Ужасное поведение, юная леди. А что здесь происходит? Ваша дочь отвлекает нас от настоящей работы. Меган, зачем ты вызвала врача? Мне это надоело, ты уволена. Энни, но я не виновата. Прощай, Меган. Мне так жаль. Мама, постой. Это я во всем виновата. Меган хорошая, поверь. Да, я так и знала. А сейчас мы будем есть мороженое. Дружба всегда побеждает. Сегодня мне точно повезет. Так, посмотрим, что здесь. Я хочу другую игрушку. Мама, папа, сделайте что-нибудь. Детка, но у тебя и так много игрушек. Мне нужны деньги. Так и быть, милая. Я никогда не проигрываю. Лишнего цента не найдется. О, бедная малышка, что случилось? Мэти, я совсем одна. Решено, мы станем твоими родителями. Добро пожаловать в семью, Эмили. Что? Вы шутите? Привет, сестренка, будем дружить? Не дождешься. Теперь у нас большая дружная семья. Настало время привести тебя в порядок. И нам нужно очень много пены. Вперед, Эмили, у тебя получится. А я пока наведу здесь порядок. Вау, отлично выглядишь. Осталось только причесаться. И добавим каплю приятного аромата. О, мы чуть не забыли про твои зубки. Белоснежная улыбка на первом месте. Мама, я красотка. О, ты лучше всех. Мама, это я лучше всех. Эмили, а вечером тебя ждет сюрприз. Неужели это все для меня? Да, это грандиозная вечеринка. О, мама с папой меня так любят. Я стану королевой вечеринки. А потом мы будем танцевать. Меня не победить, я звезда. И, конечно, селфи на память. Это грандиозно. Лучший день в моей жизни. Стоп, а где фейерверки? Не верю своим глазам. Это Эмили? Ты не моя сестра. Лучше поищи себе другой дом. Так значит, это не моя вечеринка? Веселье отменяется. Кайли, ты испортила день рождения Эмили. О, я тоже хочу подарки. Вы наказаны, юная леди. Дорогая, не обращай внимания. Продолжаем веселиться. Я должна поговорить с Кайли. Все кончено. Родители больше не любят меня. Сестренка, может, поиграем? Даже не мечтай, ты неудачница. Но я думала... Ты не заслуживаешь этой короны. Держись от меня подальше. Эмили, ты еще узнаешь, на что я способна. О, я так устала. Спокойной ночи, милая. Волшебных снов, дорогая. О, как здесь громко. Кайли неисправима. Так-то лучше. Увидимся утром, детка. Да-да, конечно, мамочка. Но сейчас я опаздываю на вечеринку. А вот и я. Добро пожаловать, Кайли. Повеселись как следует. Ха, веселье мое второе имя. Эй, подруга, подвинься. Ты ничего не понимаешь в музыке. Но это мое место. Я не вижу ваши руки. Веселее. У меня есть громкая идея. Диджей, поставь эту пластинку. Ю-ху! Танцуем до утра. Доброе утро, мир. И день должен начинаться с красоты. Как я выгляжу? Лучше не бывает, и к этому образу подойдет розовое платье.
Только бы не опоздать в школу. Сегодня на завтрак вкусный омлет. Приятного аппетита, Джек. Дорогая, это шедевр. Хорошего дня, семья. Девочки, пора завтракать. Мамочка, я уже здесь. Это лучший омлет в моей жизни. Мама, отдохни, а посуду я беру на себя. О, Эмили, ты такая заботливая. Я мастер чистоты. А теперь разбудим Кайли. Она такая Соня. О нет, это похищение. Надо проверить ее ноутбук. Я так и знала. Кайли опять сбежала на вечеринку. Вот ты где. Мама, я просто... Ни слова больше. Тебе пора в школу. Девочки, учитесь хорошо. И не забудьте свой ланч. Как раз вовремя. Я такая голодная. Не путайся под ногами, Эмили. Кайли, ты опять спишь? Не опоздай на географию. Школа, это так скучно. Обожаю учиться. И к доске пойдет ты, Эмили. Вулкан, это высокая гора с кратером. Он извергается. Эмили, это гениально. Ты получаешь пятерку и почетную грамоту, конечно. Мама с папой будут мной гордиться. Мистер Тейлор, я скоро вернусь. Не торопись, неудачница. Эта грамота должна быть моей. Теперь я лучшая ученица в классе. О, а где моя грамота? Что я скажу маме? Эмили, я знаю, кто это сделал. Твою грамоту украла Кайли. Не может быть. Сестренка, зачем ты это сделала? Она тебе просто завидует. Где же девочки? Мама, я дома. Только посмотри, что у меня есть. Грамота за отличную учебу. Невероятно. Кайли, я всегда в тебя верила. Мама, не верь ей. Это моя грамота, а Кайли ее украла. Возмутительно, как ты могла? Я просто хотела быть лучшей. Эмили, поздравляю, ты заслужила эту грамоту. Она будет стоять на самом почетном месте. А вот и твой подарок. Ты моя принцесса. Девочки, мы скоро вернемся. Не скучайте. Приезжайте скорее. Эмили, какая же ты плакса. Кстати, не забудь прибраться. За работу, сестер. Как скажешь, Кайли. А мне пора веселиться. Шопинг ждать не будет. И кто здесь гений? Скоро здесь все будет блестеть. Маме с папой это понравится. И не будем забывать про кухню. О, сколько здесь уборки. А сейчас самое интересное. Это волшебство. Родители будут в восторге. И наведем порядок в гардеробной. О, у Кайли такой беспорядок. Но я с этим справлюсь. Устроим большую стирку. Проще простого. И последний штрих. Ой-ой-ой, какая я неловкая. Идеальный порядок. Отличный день. А главное, Эмили нет рядом. Выглядит аппетитно. А на вкус еще лучше. Зачем нужен обед, если можно сразу приступить к десерту? Есть кто-нибудь дома? От этого пора избавиться. Ты спишь, бездельница? Кайли, я просто прилегла отдохнуть. За уборку, или я все расскажу родителям. Ты права, здесь нужно прибраться. Цветы, какая безвкусица. Эмили, со мной лучше не связываться. Мы с Кайли никогда не подружимся. О, шопинг, это так утомительно. Только бы она не проснулась.
Мама, папа, спасите! Кайли плохо себя ведет, мы скоро будем. Дорогая, нам надо торопиться. Детка, с тобой все в порядке? Вы дома! Я спасена! Кайли, есть серьезный разговор. Мы все знаем, и ты наказана. Эмили, мы так скучали и привезли тебе подарки. А ты, Кайли, уберись как следует. Мама, папа, вы лучшие! Дорогой, прекрасный день, правда? Малышка, ты тоже любишь читать? Мама, папа, вы должны это услышать. Я стану звездой. Молли, перестань. Твоей сестре это не нравится. Детка, бери пример со своей сестры. Лучше читай книги. О, мне нехорошо. Мэм, что вас беспокоит? Кажется, малышка вот-вот появится на свет. Мамочка, вы справитесь. Поздравляю, у вас прекрасная девочка. Добро пожаловать в семью, Кайли. Сестренка, привет. Молли, вы станете лучшими подружками. Кайли, что это с тобой? Ты хочешь сказку? Договорились, я тебе почитаю. Наша малышка будет самой умной. Кайли, что-то не так? Тише, тише, я рядом. А сейчас мы осмотрим малышку Кайли. Невероятно, ваш ребенок гений. У нее IQ 500. Кайли, ты изменишь этот мир. Кто хочет самый вкусный попкорн? Конечно, я. Привет, дружок, поиграем? Ты такой милый. Вау, а там что? Дорогая, не так быстро. Ю-ху! Смотрите, как я умею. Сможете повторить? Молли, ты наша звездочка. Вы это слышали? За мной! Дорогая, подожди нас. Только сегодня. Не пропустите. Кто ответит на вопрос, тот и получит приз. Мы обязательно победим. Итак, кто решит этот пример? Проще простого. Юная леди, вам достается приз. А мы переходим ко второму туру. Кто даст правильный ответ? Непростая задачка. Кайли, стой! Что ты делаешь? Невероятно! Вы тоже это видели? Малышка, а с этим ты справишься? Вау! Никогда такого не видела. Кайли, ты самая умная девочка. И у нас есть суперпобедитель. Книги, больше книг. Это интересно. Сестренка, поиграем? Будет весело. Неинтересно. А книги, это интересно. Ты ничего не понимаешь в веселье. Молли, не мешай сестре. Детка, смотри, что у меня есть. Веселее не бывает. Гениально, Кайли, ты невероятная. Папа должен это увидеть. Кайли, ты лучший ребенок в мире. Вперед! Вперед! Мне нужен гол! Эй, что это с тобой? Работай! Что же делать? Кайли, у нас мало времени. Я уверен, ты справишься. А со мной никто не хочет поиграть! Поторопись, Кайли. У меня важный матч. Это просто... Вау, отличная работа, детка! Теперь мы узнаем, кто забьет гол. Увидимся вечером, мамочка. Учись хорошо, Молли. И не забудь свой обед. А вот и я, девочки. Готовы к первоклассному пранку? Ха, мисс Эмили будет в восторге. Это войдет в историю школы. Молли, действуем. Мисс Эмили, мы вас ждем. Все по местам. Доброе утро, дети!
У нас сегодня очень интересная тема. Странно, а что это? Неужели подарок? Помогите! Извините, я так больше не могу. Шалость удалась, супер! Я королева пранков. Подруга, а теперь спрячем улики. Ребята, мисс Эмили решила уйти из школы. Но не беспокойтесь, у вас будет новый учитель. Знакомьтесь, это мисс Кайли. Кайли? Но как? Очень просто, Молли, я умная. Итак, ребята, начинаем урок. Биология — это так захватывающе. И перейдем сразу к практике. Вы спите? А как же биология? Бу! Не подходи, чудовище! Кайли, какая ты трусишка! Я всем ставлю двойки. И родителей в школу. Продолжаем урок. Открываем учебники. И читаем пятый параграф. А сейчас я вам кое-что покажу. Что это? Кайли, тебе очень идет новый образ. Молли, ты опять за свое? Ох, как сложно быть учителем. Меня спасет только вода. Девочки, это победа. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Кайли сбежит из школы. Как насчет десерта, сестренка? И кто здесь гений? Подарок для меня? О, это так мило. Я знала, что вы добрые. Ха, приятного аппетита, мисс Кайли. О, нет! Систер, поищи себе другую школу. Я знаю, кто это сделал. Пенни, ты отстранена от уроков. А мы продолжаем урок. Сестренка, не хочешь пообедать вместе? Что? Она твоя сестра? Это уже слишком, Молли. Мы уходим. Что это с ними? Приятного аппетита, Молли. Ты все испортила, Кайли. Зачем ты пришла в мою школу? Сестренка, не кипятись. Девочки, мы отомстим этой выскочке. Ха, вы со мной? Зануда. Попрощайся со своими любимыми книгами. Но мы еще не закончили. Как вам такое, мисс Кайли? О, нет, но как? Почему меня никто не любит? Вы об этом пожалеете. Добрый день, девочки. Готовы к уроку? Разве ты еще здесь, Кайли? Конечно, и сегодня у нас тест. Кто не справится, тот получит двойку. Пожарная тревога? Девочки, нам нужно выбираться отсюда. Ой-ой, мне страшно. Без паники, я буду рядом. Просто идите за мной. А-а-а, мы пропали. Хм, тут нужно как следует подумать. Оставайтесь на месте, я скоро приду. О, да, нашла то, что нужно. Девочки, мы спасены. Выход совсем близко. Отличная работа, девочки. О, нет, только не сейчас. Кайли, ты в порядке? Огнетушитель мне не поможет. Девочки, вы должны идти. Спасайтесь, мне уже ничто не поможет. Сестренка, я не могу тебя бросить. Молли, я твой учитель. Ты должна покинуть школу. О, мне нехорошо. Мисс Кайли рисковала жизнью ради вас. Спасите мою сестру. Я сделаю все, что смогу. Кайли, прости. Больше никаких пранков, обещаю. Ты жива? Мы так рады. Девочки, вы сделали домашнее задание? Сестренка, ты неисправима. Мисс Кайли, вы герой. Мы вас любим. Школа? Это слишком скучно. Я придумаю что-нибудь поинтереснее.